Дошкольные учреждения появились сегодня в Хасавюрте, Сулейманстальском, Кайтакском, Кизлярском и Унцукульском районах. О том, как прошли открытия, в материале Любавы Масловой. Новый детский сад «Орленок» торжественно открыли в Хасавюрте. В него пойдут 120 малышей. Будущие воспитанники прочитали стихи и станцевали. Поздравить жителей города прибыл вице-премьер правительства Ризван Газимагомедов. Он осмотрел кабинеты, детские залы, спальни, пищеблок. Детский сад на 120 мест «Малютка» открыли в селе Унцукуль. Дошкольное учреждение носит имя героя СВО Магомеда Магомедова. В торжественной церемонии принял участие зампред правительства Муслим Телякавов. Для гостей выступил детский ансамбль «Счастье гор». Детский ясли-сад «Радуга» на 150 мест появился в селе Маджалис Кайтакского района. Будущие воспитанники разрезали красную ленту, осмотрели просторные группы и игровые комнаты. Дети порадовали гостей песнями и танцами. В День защиты детей свои двери распахнула новый детский сад на 80 мест в селе Красный Восход Кизлярского района. События здесь ждали давно. В здании медкабинет, музыкальные и физкультурные залы. Поздравить жителей прибыл министр образования Яхья Бучаев. Еще один новый детский сад ждет дошколят в Сулейманстальском районе. В дошкольное учреждение пойдут 100 ребят из села Даркуш-Казмаляр. А работать в нем будут родные и близкие участников СВО. В церемонии открытия принял участие вице-премьер Нариман Абдулмуталибов.